Бабкина активно, успешно занималась педагогикой, организовала свой собственный конкурс «Новые звуки мира». Вот что сказала о ней тоже известная наша белорусская композитор Елена Трошкевич. «Удивительный человек, яркая натура, рожденная к созиданию. С ней рядом было легко, потому что она могла подставить плечо и взять бремя ответственности на себя. Так получилось, что в 2019 году ее не стало, но ее творчество осталось для нас. Сейчас, ребята, исполнит ансамбль Еремеева Алиса и Засимкова Надежда, который называется «Голубое озеро».